Позвольте мне по поручению губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвышева поздравить вас с государственным праздником – Днем народного единства. Дорогие друзья, поздравляю вас с этим замечательным открытием. И хочу пожелать факелу надежд, любви, талантов и достижений гореть так же ярко, увлекая все новые и новые творческие силы в этот замечательный процесс. Уважаемые друзья, 8-й корпоративный факел ПАО «Газпром» «Зональный тур» предлагаю считать открытым.